Говорят, что советский математик Мстислав Келдыш, благословляя академика Ивана Петровского на ректорство в МГУ, рекомендовал ему соблюдать три правила. Первое правило гласило: «Не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела». Когда Петровский спросил, почему не следует бороться со злом, Келдыш ответил: «Потому что в этой борьбе зло использует все средства, а вы только благородные, а потому и проиграете, и пострадаете». За время пребывания Петровского во главе вуза ректор смог привлечь к работе в университете крупнейших ученых страны, в том числе более 100 членов Академии наук СССР. Университет вышел на первое место по числу аспирантов. Факультеты и институты получили новейшее экспериментальное оборудование. Коллеги Ивана Петровского по университету отмечали, что у него не было определенных часов приема. Он принимал всегда, когда выдавалась свободная минута. Старался помочь всем, кто обращался к нему за помощью, будь то общественная или личная просьба.